Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetuous Play. Меня зовут Саша, а это Dying Light. Не забывайте, что ваши лайки и ваши комментарии напрямую влияют на то, когда выйдет и какой будет новая серия по Dying Light. Я, между прочим, вам хочу напомнить еще раз о заданиях, о вот этих вот загружаемых контентах. Дополнительных заданий будем говорить проще. Тюрьма Харана на втором месте сейчас, вот. По отзывам. Первое же место, естественно, стая Возака. И не потому, что это крутое здание, а потому, что там лук. Ну, в принципе, да. Судя по тому, что мне пишут об этом луке, так это вообще имба. Именно поэтому, между прочим, я раньше туда не ломился. Ну, еще потому, что, наверное, жопу порвут, да? Между тем, мы с Кайлом прячемся. Потому что здесь аж, сука, три было этих с наростами мутанты. Это капец. Я, конечно, понимаю, что ночь, но все-таки это же охренеть, просто можно и не встать. Убьет только так, я не знаю. У меня пока что еще недостаточно огневой мощи или самообладания, или того и другого, чтобы их завалить. Ну, в общем-то, я хочу... Вот, я же говорю. Угу, достанешь ты меня. Хрен. Ну его нафиг. Кайл знает, что иногда надо даже свалить. Хотя, я уверен, они за мной бегут. Да, повышено очко. Очко у Кайла повысилось. Ладно, давайте взломаем эту хрень. Между прочим, я опять-таки немножко наклепал аптечек, потому что что-то мне подсказывает, что нахер я так никогда не наберу 14 уровень. Фигня. А еще взял парочку оружий. Ну, хрень на самом деле. Там уничтожилось, да? А, я же думаю, слышу тебя. Фигня. Топорик горца и восточный нож. Я думаю, мы чем-то из этого будем пользоваться. Наверное, серпом, потому что у серпа больше обращение изначальное. Но я еще думаю его еще проапгрейдить. Чуть позднее. Наверное. Чуть позднее улучшим. А пока что отправляемся по главному заданию, которое у нас гласит, что нужно встретиться с Майклом в канализации. Министерство убедило общественность, что в Харане никто не уцелел, и теперь город будет бомбить. Надо помочь Искарам передать сообщение во внешний мир. Давненько уже просто не ходили по заданиям. Все две прошлые серии мы этим не занимались. И, собственно, хочется узнать, что там с Джейд. Мне срать на Харан. Что с Джейд, в конце-то концов? У меня простые, как бы, истины. Простые цели. Маленькие задачи. Так. Но. Пошел сюда. Пошел. Фу. А, ты с подругой, да? С подругой? Тогда войдете нахер. С подругой вместе. Ой, нет. Умереть в один день у вас не получилось. Хотя нет, в один день получилось. В одну минуту не получилось. Даже если этот хрень это не зацепляется, то все равно Кайл просто такой крутой, что он может даже в небо запустить ее и все. Достаточно только не на голову упасть и все, и не убивается даже ни разу. То что-то было или мне показалось? Нет, ничего тут не было. Побежали дальше. Ночь все еще длится, потому что она буквально только-только наступила. И сразу обложили эти уроды меня. Главное. Не тянуть, что ли, с этим очком опыта? Потратить его прямо сейчас? Не, у меня все есть. Хотя, что у тебя интересное? Давайте продадим ему, наверное, вот эту хрень. Это реально хрень. И, наверное, это я никогда не пользовался и пользоваться вряд ли буду. Давайте просто посмотрим правде в глаза. А из интересного у него есть топорик. Очень дорогой и мне не по уровню. Винтовка, которая слабже моей и такая же по скорострельности, что характерно, и по точности. Не знаю, эту винтовку еще никто не переплюнул и вряд ли переплюнет. У меня просто нет на это надежды. Ладно, фиг с ним. Кстати, электронику еще одну нашел вроде как. Мы, конечно, идем по основному зданию, но я вспомнил, что мы тут не зачистили эту хрень. Увидел ее на мини-карте и вспомнил. Давайте, наверное, зачистим. Не эту хрень мы зачистить должны. Хотя и эту тоже неплохо было бы зачистить. Вот так вот. Что тут?
Что он тут охранял нормального? Хоть бы электроник какой, или кабель хотя бы синюшный. Окей. Золотой лом охранял? Ну ладно. Разберем. Так, вот где-то здесь эта фигня и есть. Которую надо зачистить. Но только ниже. Вход. Тут, наверное, же тоже столько же пацанов. Которые готовы меня пристрелить. Разобраться бы, где вход. Вероятно, чутька пониже, да? Ага. Так, это не амбулянча вовсе. Там этот ходит, бродит. Недоношенный. Еще ниже, да? Не заметил. Слабак. Так, а мне нужно обойти именно туда, где он ходит, да, пойти? Интересно другое. Убью ли я его, если я его толкну на эти шипы или нет? А если с горочки спустится? Нет? Я не знаю, что это творится, но не он меня... Хотя нет, он меня может. Я его не могу спихнуть, а хотелось попробовать. Хотя изначально хотелось попробовать его толкнуть на шипы. Но я так понимаю, что я его никуда не толкну. Опыта не забрался, потому что не заработал, видимо, еще опыта, чтобы забираться. Ладно. Опять-таки до хрена ломиться придется. А нет, не очень. Все-таки я нацелен эту хрень зачистить, а потом уже ломануться по основному зданию. Ну просто потому, что она одна осталась, чего бы ее не зачистить-то. В конце концов. Упс. Лады. Сейчас все будет. Хороший фонарик на самом деле. Крейн с ним плохо обращается, выключает его из раза в раз. Но фонарик сам по себе хорош. Угу. Так, как же туда залезть? Вот это вроде сюда. А с другой стороны нет. Тут входа. Где-то тут он хитрый какой-то, да? Явно. Опс! Как это мы с ним? Конечно, он ломится. Мне надо понять, как сюда залазить, блин. Может, как-то здесь? Тут проволочка все-таки колючая. Она даже не красная. Чтобы не открываться. Ладно, ты сюда, я туда. Разошлись, как, сука, в море корабли. И экстренный спуск. Где же вход? Я же должен его найти, а? Ой, убьет. Это бы, конечно, делать лучше днем. Ну что ж поделаешь, когда такая фигня случилась. Погоня отстала. Слушайте, а может быть туда как-то? Может быть? Нет, здесь слишком спокойно. Угу. Что-то есть? Нет? Вроде нет. Нет, сейчас мы обратно туда спустимся и посмотрим. Но должно же быть как-то можно туда залезть. Сука, ходит еще. Слушайте, а это или не вход? Я думал, тут везде стены. Да ну, Кайл! Нет, вот здесь вот можно. Так, это уже что-то похожее на правду. А то хожу, брожу вокруг да около. Ничего не набраживаю. Он тут даже на меня не реагирует, да, потому что нельзя прорваться. Хорошо, так. Я сейчас рассчитываю здесь на парней. Рейс Ванны. Ночной выживший, исследователь. Но, наверное, они будут вот здесь. Главное, чтобы не убили, что ли. А то эти 3000, вот эти, я так понимаю, 3000 уберут, сметут нафиг. Если вдруг Кайл помрет. И он, конечно же, выключил фонарь, да? Нет.
Разговоров не было, поэтому фонарь не выключал. Так. Сейчас даже не знаю, что тут ждать от ребят. Должны же устроить теплый прием. Странно, вроде ударился, а вроде нет. Но вообще-то кувырок был нажат, по крайней мере. Так, сюда нам? Похоже, что да. Кстати, мне говорили, что через эти ящики можно видеть, что в них лежит. Но опять-таки не видно. Поэтому, быть может, это из-за уровня сложности, опять-таки, максимального. Так, а если я его тихо попытаюсь убить? Конечно же, он меня с фонарем заметит, да? Это из-за фонаря, я понял. Был, да, кто-то был. Кто-то тебя сканирует, а вдруг у тебя перелом. Говорит, клянусь, слышал что-то. Это называется слышал пук, да не знаешь, где хрюк. Я ничего не мог с этим сделать, я рассчитывал, что появится какая-нибудь хрень. А она не появилась. Я еще на миникарте их вижу до хрена. Тут. Парней. Ладно, будем палиться. А где твоя пукалка-то, а? Я что, взял уже так быстро? Ух ты! Пока я там дурака валял, парни уже набежали. Только что-то они сидят, ни хрена не делают. Может попробовать в ножку ему? Больно было в ножку, да? Угу. Кстати, стрелял вообще пучок огня, скажем так, целился. А попал в голову. Как это? Ты серьезно? Странно, вообще странно. Ну ладно. Геройствовать не будем, будем лечиться. Тем более, что пока еще Крейн лечит, могут застрелить нахер. Где твоя пушка? Во. Так, там еще парочка парней точно есть, а может быть даже и не парочка. Долго я тут шариться не буду, даже учитывая, что здесь, скорее всего, есть эти самые ЧСки. Скорее всего. Где-то они здесь понатыканы, как в прошлой фиговине такой подобной. Но это нудно и скучно. И лучше я пожертвую ЧСками, чем вы нахрен выключите видео или перемотаете. Я так-то вижу. Автомат с колой мы не взломаем. Так, тут муравейник такой. Давайте вскроем эту фигню. Нет? Она же счастливая. Ты че? Во. Я же говорю, счастливая. Отмычка, я имею в виду. Ну, как бы в жопу это метательные ножи. Они дешевые, дерьмовые. Только место занимают. Я еще буду мытыковать что-то там с ними. Куда их деть вообще? Я сейчас выйду, прям в рыло упрусь кому-то. Ага, трое, да? Я даже выйти не успел, алло. Дядь, было бы у меня что-то помощнее, я бы через стенку пальнул. Ладно, нет смысла без фонарика ходить. Потому как они все равно меня видят. Вот урод, а? Ну, главное, что он не попал. А этот типа заперт или что он такое себе возомнил тут, а? Ага. Так, ну я так понимаю, должна быть еще вторая волна какая-то. Ребят, нет? Разве нет? Видимо, что-то надо сделать или включить. Честно, вообще не вижу. Ни единой. Пока что. А Морли, хоть просто вот, хоть обмотайся.
Давай его обыскивай. Я уж думал, он его съел. Никого здесь нету. Я думаю, сейчас обыщем быстренько все и свалим нафиг. Где твое что? Хорошо. Все? Все дела? Что, на выход, что ли? Неужели? Не знаю, ЧСок здесь вообще нет. Я рассчитываю на вторую дозу парней, которые должны быть по Идрёне. О! Белый сундук за долгое время. Первый. Это гуд. Да не такой он уже и трудный. Вот. Это же не очень трудно, это просто трудно. В жопу. Нахер. Ребят, вы слишком предсказуемые. И прятаться надо. А то только я один здесь бегаю, не прячусь. Да как это попало? Нет, молодец. О. Нет. Ага. Сучок. Они с синхроночкой, да? Угу. Вот тебе и щит. Давай руку свою выставляй. Все? Не верю. Да не может быть. Давайте еще, парни. Я знаю, что вы должны еще быть. Странно, но нет пока. Полицейских винтовок я, конечно, уже нагребал прям полную кубышку, да? Сейчас поглядим, что у нас тут. Ай, да, средневековое говно. Бросить все нахер. В жопу. И военный нож тоже. Качель его. Нафиг он нужен нам. Лом? Да я прям сейчас его разберу. Херня, херня. Потому что если на самом деле так пойдет, что я буду вынужден покупать действительно козырные пушки, они там стоят 1000 по 20 каждая, то я думаю, я быстро разорюсь, даже несмотря на то, что мне кажется, что сейчас я олигарх. Кстати, у меня сейчас посещает такое чувство, что я там не всех обыскал. Ну ладно. Больше вроде ничего. Продвигаемся дальше. Опа-па-па! А они даже не стреляли в меня. Стреляли, но не все, да? По-моему, позади меня еще кто-то есть. А, он выше. А я уже успел испугаться. Но паническая атака была. Согласен. Все, инвентарь заполнен. Ну, все, заполнен, так заполнен. Типа, больше не возьмем. Там они стоят с разницей в пару баксов, поэтому... Ну, пару сотен. Поэтому смысла я не вижу их менять. Между собой. Даже прицелиться мне в башку. Все. Еще тут эти два прицела, когда сходишь с этой самой. Инвентарь заполнен. На что у него могло быть? Что у тебя там? Явно ножи, да? Да ладно! Твою мать! Ой, нельзя торопиться. Вылазь давай, свои руки показывай мне. Я говорю, показывай руки, мать твою!
Он там стоял, что ли? Хрена себе. Недаром чувство аптечки понаделывал. Ребят. Мне здесь... А. Да вот он я. Да ну как же тут должен был в башку попасть-то, а? Давай, выныривай. Хорошо целятся, вообще пипец. И там еще несколько человек есть. И они, конечно же, ко мне бегут. Fire, говорит. Ну, fire так fire. Че уж там поделаешь. Слушайте, у меня что, дальнозоркость, что ли, какая? Чем дальше враг, тем лучше попадаю? Да нет. Все же было нормально. Да ладно, я тебя вижу. Ты вроде один. Остался. Не знаю. Нет, может быть, эти какие-то фартовые были. Сколько я пукалок здесь, конечно, просру. Ну, ладно. В принципе-то... Ну, разве что эту хрень надо сбросить всю. Я не знаю, когда он ее взял. Топорик. А, наверное, разберем. Да просто нахер надо. Мне эти косы и топора хватит только так. Берем еще эту винтовку и, наверное, вот эту, да? Да, и все. Чиесок все-таки здесь нет. Бывает. Ладно. А у этих вроде ничего нету, просто их обыскать нельзя. Тут значительно больше парней. Видимо, эта точка рейсования больше нужна, что ли, была. Ключевая. Какая-то. Но нам показывает точечка туда. Сейчас поглядим, что здесь еще есть. Может быть, еще мини-засада какая будет. А? Нет? Я вроде как слышу, как они перешагивают с места на место, переступают, но... Ну, нифига никого не могу найти. Паранойя. Это что это такое за свет такой непонятный, откуда-то он взялся? Лазеры, что ли? Так, а нам куда-то туда, ладно. Вот теперь нашел. Эх, надо было жмакнуть на эту кьюху. Я так и не знаю, показывает она мне эти чески или нет. На кью. На это его особое орлиное зрение. Что-то затягивается все. Я даже не знаю, успеем ли мы шпатель. Ну, конечно. Успеем ли мы ломануться по основному заданию? Ну, по крайней мере, попробуем. Ребят, ну вот давайте. Я слышу, блин. Я вас слышу, мать вашу. А там их нормально вообще. Ага. Что, в газеты-то стрелять? Давайте, парни, давайте. Что-то вы далеко, парни, стреляете. Они психанули, я психанул. Перебегают, никто из нас попасть не может. Ладно, будем приближаться. Не, ну это как бы вообще. А если я коктейльчиками начну бросаться, мать вашу? Твою лазь. Первая голова пошла. Вторая сейчас встанет. Нет, он оказался мне, видимо, перебежал. Руки короткие. Вот, правда, ни хрена не видно за этим дерьмом. Ладно. Окей. Там их всего-то три пацана. Кстати. Не. Выпито уже до дна. У него вроде и ракет был. Пацаны, я иду за вами, если что. И остался последний герой. Не, ну может не последний? Точка-то ключевая.
но герой так точно. Слепую попал. Ладно, Крейн полечится, ничего страшного. Я знаю, что аптечка лечит сотню. А немало-то дали за пацанов. Помимо того, что еще и боевого окта настрелял. Кучу. Хорошо. Патронов полна коробка. Где тут у нас что? Опять-таки ЧСК, интересно. Здесь же, наверное, должна быть? Не? Не знаю. У меня такое ощущение, что из-за уровня сложности много объектов. Не это самое. А может, я параноюсь? Может быть и нет. Вот оно, как живое. Сидит, главное. Ну, типа, как живой, да? Ладно. Это он топор у него вынул, да? Ясно. Так, а не будет чесок, да? Вот прям нет и все тут. Да-да-да, пульки не нужны. Вот в чем проблема. Когда пульки есть здесь, когда они выпадают... Ага, вот я белый ящик профукал. Они выпадают в огромном количестве, когда ты стреляешь по ребятам. Когда они не очень-то нужны, на самом деле. А когда они нужны, их ни хрена нет. Вот вообще. Потому что зомби не знают про пули вообще ничего. Нет, не будем кочергу брать просто. Шпатель с длинным лезвием. Нифига здесь нету. Я опять слышу шаги. Как ни странно, но я их слышу. Но по идее в лифт. Зачистили, зачистили. Это было интересно на самом деле. Побольше бы стрельбы, что ли? Даже вот просто по зомбям, но в таких вот пространствах намного интереснее, когда ты знаешь, что тебя не со всех сторон убьют. Все в порядке? В ближайшее время здесь никто не увидит оранжевые жилеты. У тебя получилось? Я всем расскажу. Спасибо. Пожалуйста. И еще сверху 5 штук накинули. О, и мы в тайник попали. Игрока. Но я еще рассчитываю сбагрить эти. Уже утро, все хорошо. Эти фиговины, которые я только что нашел. Поэтому потом побежим туда. Где ближайший торгаш, а? Вот если бы они здесь указывались, было бы, конечно, гуд. Ни хрена не указываются здесь. Сейчас что-нибудь придумаем. Надо, потому что переполнен Крейн. Сейчас он быстренько. Как не долетел-то, а? Вот сука. Тварь. Не, стрелять, наверное, не будем. Серпом, да? Чисто серпом. Че ей было отрывать? Захват, альт и че? Альт и в любую сторону? Да как ты, блин, какого хрена? Сейчас она меня убьет, нахрен. Не знаю, надо приспосабливаться еще к этому дерьму. О, торгаш. Вот то, что мне надо было. Прям вот то, что мне надо было. Он чуть ниже, правда. Давай, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты? Вот здесь ты. Да, 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 да. Ты даже не представляешь, что я тебе принес. Такого всего. Прям целую кучу. Да ладно. Твою продал, да? Я же говорю. По-моему, я ее выкупаю дороже или нет? Хрен знает. Почему? А нет, по той же самой стоимости. Ладно. Окей. Нафиг. Это оставляем, это нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг. Крейн просто перепутывал у себя тут все в рюкзаке, поэтому...
такая хрень получается. Надо было вообще сюда не совывать то, что он в руках держит. Итого, Крейн 91 тысячу наклепал. Ладно, а теперь ломимся на задание. Ладно. Ничего страшного, он немножко подбит. Но это не смертельно. Тем более, что мы только что вышли из своего логова, поэтому ничего забрать не должны. Вроде как. Ну, я так думаю. Так, ну, конечно, мы здесь будем. Или попробовать погеройствовать. Давайте попробуем. Ладно. Так и быть. Как он меня бесит этой своей хренью. Сука, сдохни. Так, мне кажется, тут что-то как-то слишком радиоактивненько. Фак! Как это так меня зацепило? Там что, все? Вроде убежал, и вроде он был далеко от этой бочки, сука. Так и знал. Да-да-да. А у тебя аптечек нет, а? Коса, чертеж, все дела. Нет, ладно. Так. Ну-ну-ну. Тут уже своего человечка поставили. Это, в принципе, хорошо. С одной стороны, и жаб-то я перебил, и вот... Ну, правда, не всех, конечно же. Конечно же, не всех. По-моему, все. Взрывать не хочу, сейчас же набегут, блин, просто капец будет. Да и убивать их особо-то не надо. Вот эту хрень только взять и все. Ладно, давайте допинаем, может, туда. Главное, чтобы не бочкой пал. Нет. Я думал на штыки, но он не захотел. Я не мог его голову нащупать. Ну ладно. 5000 сняли, сука, 5000. А даже сейчас заценим. Похоже, что сняли. А может и нет. Нам там пятнашку дало, я просто не помню, сколько у меня было. Вообще не помню. Ну ладно, ЧС-ка берем. Кстати, ЧС-ок, я думаю, уже штук 15 накопилось. Надо будет их куда-нибудь выкинуть. У меня аптечка, правда, одна осталась. Но алкоголя есть, если что, можно доделать. Так что переживать не стоит по этому поводу. А мы плывем. Куда-то мы плывем с кем-то встретиться. С Майком. Майклом. С Мальком каким-то. Пуск в канализацию всегда хорошо. Нужно найти этого Майкла. Чтобы не задумал ли искры, если это может сработать, я должен им помочь. Должен, прям обязан. И тут я понимаю, что я буду стрелять. Без зазрения совести просто. Мне показалось, или он настолько крут, что не убирает с первой пули в голову. Он даже и со второй не умирает. Потому что он очень крут. Бывает такое. Получается. В этой серии прям стреляем, так стреляем. Не, не умирает. Он точно в голову получил. Хотел перелезть. А может я смогу сюда? Нет, не смогу. Опять плыть, да? Ну хорошо. Поплыли. Этот оживает? Оживет? Оживает? Не? А я бы обосрался, если бы он ожил. А я этого не ожидал. Но после... Только что... Блин. После Dead Space вообще очень трудно чем-то удивить. Серьезно. Я не скажу, что та игра прям всю концепцию и вообще все приемы раскрыла, но очень многие... Поэтому паранойя на максимуме после Dead Space, которая проходила очень много лет назад, но тем не менее.
Текс. Я думал, позади. Чё тебе надо, блин? Спать. Всем спать. Ну, конечно, нас здесь будет нормально, да? Ребят, давайте. Ко мне все сюда. Он, видимо, какой-то крепкий и не умирает с первой пули. Последняя тебе, да? Хорошо. Сука, он очень крепкий. Ну, типа, недаром же он в бронике, да? Ты хочешь вручную, да? Сука, хочешь в ножную, я не знаю, в какую ты хочешь. Так, ну давайте обыщем. Полезности всякие. Мне вот по большей части, конечно, алкоголь с них нужен, потому что... Эта тема такая. Я просто могу элементарно, конечно, умирать по 200 раз. Но я тогда... Я не знаю, кто хрипит. Но я тогда, сука, уровень не наберу. А это меня печалит, естественно. Мастер сборки. Только сейчас я 50 чего-то там собрал. Нормально, я считаю. Хорошо. Первую, скажем так, треть игры особо-то этим не пользовался. Эти не встают? Нет? Такой головой уже точно не станешь. Ну, побежали. Я рассчитываю, что мы сейчас нарвемся на какую-то засаду. Ну, потому что, как бы, логично же. Да, я все забываю, что Крейн припадочный. И у него вот приступ очередной. Может выключить фонарь, а? Ни хрена не видно просто. Fuck. Черт, я думал, ты кусака. Я уже почти стал им. Нельзя так бесшумно вламываться. Черт, меня чуть инфаркт не хватил. Смотри, я тебе сейчас еще в голову стрельну. Можно у тебя тут по сусекам поскрести? Явно какая-то хрень наша все-таки. Крейн не Крейн, если не поскребет. Ой, нет, 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 что ты, что? Кто ты? Французская хренотень. В шкафу даже зомби не завалялось ни одного. Ну давай, поведай мне, что это за бейсбольная битва и бита, и что это за рации с пульками? Я не хотел тебя напугать, Майкл. Ладно, ладно, Трой сказал, что ты придешь. Боже, хорошо, что она не видела, как я подскочил. Она бы не вспомнила меня всерьез. А как в нее не влюбиться? Ты ее видел? А, видел. Шрам на все лицо. Ты рискнешь жизнью среди толпы плодящихся зомби? Слушай, до эпидемии самое впечатляющее, что я смог, это... Трой на меня даже не взглянет. Да. Так что пользуюсь любой возможностью. Ладно, справедливо. Давай рассказывай, что там у тебя. Ну, в общем, я пытался все сделать сам, но не смог пробиться через 9-й этаж. Предоставь это мне. Тебе нужно будет взять взрывчатку, включить газ в плитках и поместить заряды в определенных квартирах. И они сложатся в какое-то изображение, и никто не... не заругает Харан. Если они сумеют объяснить, мы все охренеем. Ладно, если ты уже идешь, то сперва тебе нужно расчистить этот этаж. Хорошо, а ты, конечно же, будешь здесь сидеть. Ну ладно. Тебя сразу берем, да? Типа, почему бы и нет? Трубный ключ. Он больше со мной не поговорит, естественно. Ну да, я все забрал, давайте. Прям расчистить надо, да? Прям вот, сука, расчистить? Oh, тут чистить не перечистить. Надо вызывать бригаду чистильщиков. Если пойдут мощные зомби, надо не забыть переключиться на винтарь. На винтарь. На ружье. Хотя на самом деле...
Ружья-то и нету. Того, с которого целиться особо не надо. Вышли? Вот сейчас, по-моему, откроется эта дверька, да? Или оттуда кто-то ломится, типа? Скоблит по ней так точно. Можно как-то выбить, а? Нет. Вызываем лифт, и начинается жопа, да? Все, я сразу... Я просто... Правда? Лучше перебдеть. Верните мне оружие в руки. Блин, я этого не люблю. Ай, припадки, да, точно, или нет. Крейн, это ты что ли слюни пускаешь? What the... Какого? Твою мать, наверное, что-то перекрыло шахту. Ну, конечно, шахту. Ты что ли шахту перекрыл? А что, у него руки за спиной? А нет, не связаны. Я думал, уже кто-то зомби в заложники взял. Oh, shit. Ну, естественно, Крейн. Черт, что такое? Ты в порядке? Да какой там? Yeah. Все плохо. Yeah, да, ага, пока. Ну ладно, полезли. Ты же можешь еще лезть. Зомби вообще хорошо ползают. Будем считать, что Крейн элитный зомби, поэтому... Так, элитному зомби надо куда-то туда для начала. Угу. И, собственно, вернулись. Ладно. Открывай, хороняка, блин. А может выше? Вообще-то показывает сюда. Или не вернулись? Это другое место, что ли? Не, я, конечно, согласен, это же похоже. Ну ладно, берем отмычки. Может, и не стоило. Это явно стоило того, я тоже. Хорошо. Выше я не полез, но мне кажется, что выше и не надо. Немножко сюжета никогда не помешает, да? Там был такой шутер с экшончиком, а тут начался саспенс с хоррором. 159? Секунду. А у меня сколько еще? Все время забываю. 240. 7. Да. Не знаю. Вряд ли мы найдем что-то лучше в ближайшее время, так точно. Майкл, я на 10. Отлично. Ищи квартиру 105, 106, 134 и 137. Да. По-любому сейчас найду. Шоколадку сейчас закомячу или что там? Халву. Угу. Ошибся этажом. Как в лучших домах, сука, Лондона. Двери открываются прямо перед человеком. Уже не совсем человеком, но все-таки. Пистолетный патрон, наверное, оставим пока что. Может, еще возьмем. А это, наверное, не как в лучших домах Лондона. Пинком под зад. Мадемуазели. Ну, что ж поделаешь. Крейн такой. Так, подождите-ка. Давайте все-таки по порядку. Конечно, ты выползла. А тебе не хватило. Ну, тебе тоже. А тебе все еще не хватило. Что тебе мало-то все, а? За нами уже выехали. Ребята, у вас там ничего не взрывается, нет? Жаль. Что-то я начал пульки транжирить, да? То экономил. Я просто не знаю, насколько долго мы здесь будем шариться.
Что-то я планировал делать ту серию немножко покороче, но что-то не получается. Не хочется обрывать здесь, да? К тому же, хрен знает, где там сохранение. Между прочим, я же не сказал об этом. Меня в самом начале это выкинуло вообще в другой части Харана, а не в старом городе, что очень странно, я считаю. Так. Обделаться-то можно, а? Кто у нас здесь встает? Крейн, надо дверь за собой закрывать, то я обосрусь нахрен. Никто не встает, да? Все лежат. Кто-то должен встать. Ну, в принципе-то, я так понимаю, здесь ничего не будет, только надо к плитке бежать, да? Прямиком. Там дядя мощный. Поварской нож. Ну-ну. Шеф. Крейнище, а ты не загнешься тут от газа, пока будем все квартиры обшаривать? Не хватило, я знаю, я знаю. Да-да-да. А, все? Окей. Надо же! Плявака. Ладно, хорошо. Слушайте, а этот прям как живой. Он даже и зомби никогда не был. А как же так? Я думал, они тут все после смерти как бы тоже. Я и понимаю, что это не ходящие мертвецы, но все-таки. Не знаю, странно. Я думал, все трупы здесь попадают в Зомбиленд автоматически. Кстати, Зомбиленд смотрели? Прикольное кинцо. Вуди там отыгрывает просто на 200%. Любо-дорого смотреть. Небольшой за это самое рейд. Запилили и все. Врубаем. Сейчас надо сваливать. И еще несколько квартир. Бухлишко забираем. Да-да-да, ты явно справляешься лучше меня. Теперь тебе надо... О, черт. Руки и ноги надо, да? Майкл, уходи. Нет, я их задержу, а тебе надо закончить работу. Я никуда не уйду, пока мы не закончим. Ну а что же я могу сделать? Иначе никак его не убить было. Как тебе не хватило-то от него взрывной волны, а? Чё-то пистолетик не справляется, да? Я этого не видел. Ну нахер, я не видел этого. Дядя! Тут один только Крейн должен ходить в клетчатой рубашке. Мать вашу. Понял? Сука. Урод. Так, ладно. Быстренько, быстренько. Это не та плита? Хорошо. Согласен, не та плита. Что тут есть вообще? Аптечка, да? На кухне. Ну... Такая, знаете, причем. Как будто в каком-то комплексе научном. Ничего страшного. Электроника поперла так. Хорошо, здесь ничего нету, кроме шоколадок, да, вкусно? Нет, силовых кабелей. Ну и тогда мы отсюда быстренько сваливаем, потому что нам нужно же дальше продвигаться. Видимо, на этом этаже больше ничего нету. Ладно, побежали. Мы круг сделали, просто круг. Обошли. Да, ясно. Идем дальше. Стрелочка-то как раз сюда и указывает. Нет, нельзя. Да ладно. Еще лампочки здесь будут взрываться. Дядя! Что делаешь, а? Почему такой неубиваемый? Я мажу, конечно, еще порядком, но все-таки... Страшный он просто какой-то. Как по нему не промазать?
Вот. Давай, подходи. Угу. В этой серии уж настреляемся, так настреляемся. Но это и круто. То, что я говорил. Сюжетные миссии здесь меня радуют. Бомбануло его что-то. Тем, что здесь можно пострелять безнаказанно. Во. А тебе не хватило? Ну, давай добавим. А я думал, бахнет просто вместе с ним этот баллон. А не бахнуло. Хорошо, тут что-то есть? Нет? Нет, 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 нет. Еще один крепкий зомби. Меня пульки, в принципе, вполне устраивают. Количество их здесь, которые он в запасе носит. Тем более, что нам понемножку дают. Только в этих миссиях сюжетных пульки дают по чуть-чуть. А то обычно же ни хрена их нету. Но это и нормально, откуда у зомбей будут пули. Это ж типа как бы обычные человеки-граждане. Здесь такое шипит, я не знаю. Сюда нельзя, туда нельзя, никуда нельзя, блин. Что-то с ней случилось вообще, а? Передник аж подняло. Видимо, от взрыва. Мало ли что. Ну давай. Давай, я тебе помогу. Давай, давай. Нет, значит, нет. Хотя он вырвется, когда я пройду дальше, да? Явно. Нет? Ладно. Я все-таки жду еще, что он вырвется. Но пока что он с этой задачей не справляется, а я пропустил пульки. А делать этого не стоит. Тут вообще рассчитано, что будешь пистолетиком как минимум пользоваться, даже на этом уровне сложности. Потому что пульки есть в наличии. Даже очень много. Уже фактически максимальный запас пуль. Когда я дойду до нужного этажа? Это типа пугалка, да? Они меня хотят сначала приучить, чтобы я привык к этой херне, а потом начнут выламывать двери по-настоящему, да? Так, мне надо выше. Как мне выше попасть? Вот так. Ясно. Ни хрена себе. А ведь можно было все просто проползти. Но это не так круто. Как он напугал-то меня! Я думал, все. Это ты, что ли, плачешь? Да нет. Я найду эту плачущую тварь. Никакой пощады здесь детям зомби. Просто. Эта тварь похуже, чем взрослые зомби. Хорошо. Да ладно. Да ты что? Во. Я уж думал, сейчас сломаем. Угу. Кинжал. Какое же говно это ваш кинжал? Это самая какая-то суровая кухня из всех, которые я видел вообще. Одна только плита и все. Ну ладно. Так, нам дальше. Где ты? Это ты? Это не можешь быть ты. Плачет она, а? Я тебе сейчас поплачу. Я тебе, блин, мать твою, поплачу. Там пульки были на диване, но... Это ребенок, да, Крейн, Крейн, ну Крейн! Ну Крейн, мать твою! What is this?
Крейн, ну я же тебе говорил. В смысле? Воу! А? Да ладно! Ясно, ясно. Воу! Это, в принципе, была... Эвакуация сраная! Так хорошо идти и вот так вот взять и ложануться, блин. Надо было запрыгивать, но я побоялся, что съедят. Серьезно, все сначала? Или только тот этаж сначала? Или я и нахожусь на том этаже? Подождите, подождите, подождите. Не, я нахожусь на том этаже, но... Здесь никого нету. А я-то думал, что типа всегда все сначала будет. Блин, я только не помню, где-то дырка была. Да, это я про них забыл, да. Согласен. Батарейки, батарейки, батарейки. Это все, конечно, хорошо, но. Где там-то была дыра, нахрен? Что-то я не понял юмора. Ха. А что ты в первый раз не вылез? Постеснялся? Зря абсолютно. Так, идем искать эту, блин, дырку. Понятно, через квартиру надо пройти. И все. Так. Где вы? Вот сюда. Угу. В принципе, там можно из пистолетика пострелять. Просто... Ничего такого сложного в этом не будет! Взял, стоял и смотрел просто. Просто, сука, стоял и смотрел, главное, а? Да знаю, что у нас очки не использованы. Все я знаю. Хорошо, мы сейчас обратно туда доберемся. Крейн, я ж тебя предупреждал. Сколько можно вообще покупаться на этих детей? А? Ладно, 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 в эту дырочку надо. Вот сюда. Какого хрена так... Оу, Крейн, ну зачем ты так... Опять лифт? Да? Воу! Я абсолютно зря выложил винтовку! Угу. Где ж ты орешь-то, а? Это все над моей головою! Фух. Стрессовая ситуация сказывается. Нормально так. Он, кстати, не перезарядил. Не успел. Ладно, хорошо, окей. В этот раз не съели, и на том спасибо. Ага. Так. Ребят, как вас дохрена здесь, а? Я начинаю понимать, что чувствовали ребята в этих блоках, мать его, бастерах! Когда оказывались лицом к лицу с толпой зомбей. Угу. Сейчас мы дойдем туда. Сейчас доберемся. Угу. Кофе-то соберем. Немножко хотя бы. Тем более, что Крейн быстро умеет собирать сейчас. Что неимоверно удобно. Ладно, все, побежали. Где эта сука? А что так слезу-то плюешься? Где этот сраный ребенок? Допустим.
Ребенок дальше. Ага, вот теперь пульки как раз очень даже нужны. Крайнище. Так делать нельзя! Ты меня подставил, блин. Убрал пистолет. Я так понимаю, это типа должна была быть первая встреча с ребенком здесь, да? С этим ребенком из ада. Да. Угу. Так. По-моему, еще одна плита помимо этой. Okay, all done. А может и нет? Так, все готово. Отлично, и ты не мог бы спуститься сюда? Я, конечно, справлюсь, но понятно. Ты, конечно, справишься, но меня лучше не взрывать. Согласен. Слушай, эй, ты сукин сын, господи боже! Майкл? Майкл? Слушай, если со мной что-то случится, бери, отойди от меня. Бери детонатор, выбирайся отсюда и взрывай все к чертям. Майкл, сваливай. Да. Просто оставь детонатор. Черт, черт, черт. Ну, конечно. Ладно, давай попробуем в этот лифт. А теперь его надо разжимать? Я вроде как электричество не вырубал. Так, ладно. Не-не-не, только вниз. Хренище, нам вниз надо. Этот еще низ, хрен знает как спускаться. Вроде на С, но типа очень стрёмно как-то. Да ладно. Все? Ну почти. Это потроха с Крейна, да, я так понимаю? Слишком низко спустился, что ли? Я даже не знаю. Нормально. Я думал, он вообще не фурычит, а он очень даже. Ну что, Крейн, скажешь мне? Засада очередная, да? Shit. Надо ложиться в таких случаях, Крейн. Так. Ну, конечно. О, да тут дядя-то крепкий. Было бы неплохо его пристрелить до того, как дойдет, да? Какой подарок судьбы, а? Крепкие парни, крепкие парни пошли. Но еще попадать надо, конечно. Это как это отрикошетило? Так странно. Контрольный. А тут одним выстрелом двоих. Все? Хорошо. Вот что огнестрел животворящий делает. Где? Что у тебя было? 480, тяжелая арматура. Херня, конечно. Это кто такой вообще был? Я так понимаю, напали какие-то пацаны Раисы Ванны, да? Или они здесь устроили бойню? Хрен знает что. Определенно получается одна из самых интересных серий, ну, потому что здесь, конечно, сюжет, естественно. Подожди, аж сверху. Сверху ничего, потому что мы там были. Ладно, побежали. Даже долетел до меня что-то, а им хоть бы что. Не, ну понятно, башку не сорвало, так все нормально. Не, ну серьезно? Это уже не смешно. Ребята определенно стали крепче. Ну то есть именно стали, потому что я не помню такого, чтобы они не убивались с первого выстрела. Мне же надо найти того пацана, явно умирающего, да? Или уже умершего, и снять с него детонатор. Okay. I hope you're all right, Michael. Надеюсь, ты в порядке, Майкл.
Ну, не знаю. А что мне тут надо сделать? Найдите детонатор Майкла. Это не он. Он где-то здесь, в рыжей комнате, потому что именно эта комната рыженькая. А, ну да. Хорошо, все, детонатор найден, что дальше? Покиньте здание, взорвите бомбы. Ну, это мы умеем. В отличие от нахождения Марли. Или Марли. Так. И вдруг здесь все открылось. Ну, понятно, это явно Раиса Ивановна проделки. Дяденька. Честно говоря, я уверен, что, наверное, можно его и убивать было. Но, как бы, очень хотелось. Помимо этого, опыт все-таки. Да и пулик до хрена. Как-то странно, с него мало денег. Обычно по 400, по 300. А тут такая фигня. Ладно, жестянка, кофе. Ха, наверх, да? Оп. Допрыгнет? Ну, должен. Отлично. Да ладно. Так, давай. Мы все-таки сваливаем, но не сюда. Как ты бодренько карабкаешься по лестнице, Крейн. Покиньте здание и взорвите его. В общем-то. Что же, мне жаль Майкла, но я сложил взрывчатку, посмотрим, что должно получиться. Должен получиться бадабум. Итак, вышли и ни единого другого высокого здания, да? Серьезно? Батарейки сели? Оно того стоило. Да. Крейн, мы видим! Отличная работа! Надеюсь, этого хватит. Ты... Выходишь, Джейн? Крейн, ты... Крейн, я слышала, что... Я вижу, что ты сделал. Я нарисовал грустный смайлик. Теперь ты веришь, что я на вашей стороне? Вот же падлы! Да, это было сурово. Черт, если ты впрямь с нами, Крейн, ты должен связаться с ВГМ. Нельзя позволить министерству взорвать город. Там еще достижение какое-то было. Я знаю, но я потерял единственный способ с ним связаться. Он мне говорит, что он нашел способ, как побыть, пробить блокировку связи. Но ему нужна твоя помощь, да? Здорово, Джейн. Слышала? Да. Хорошо. Встретимся в красном здании у изумрудного канала. Там все и решим. И Крейн. Ты там осторожнее. Здешние мутанты куда хуже, чем зомби в трущобах. Да я заметил, в голову вообще 3 патрона надо, блин, с винтовки. Это факт. Нам дали 20 тысяч, и по идее, вроде как, должен был уровень подняться. Почти, почти. Почти поднялся. Давайте, давайте тогда поднимем эту штучку. Что мы сделаем? Бегать по стенкам, наверное, да? Давайте, попробуем как-нибудь. Чтобы использовать, нажмите пробел и W рядом со стеной. Все просто. Но мне писали, на самом деле, не все так просто с ними. Что же, это была потрясающая ночка, мы порядком постреляли. Давайте попробуем. Хотя нет, это будет фиаско, братан, да? Я думал вскрыть ту амбулянчу, но нет. Это будет очень долго, они там будут явно вылазить один за другим. Да хрена их там. Но все-таки было очень даже круто. Кстати, нет, показалось. Ладно, что ж, надо будет не забыть пулик на пистолет купить, который уже, в принципе... А, нет, на пистолет нормально, а что мне показалось? Я вовремя перешел, видимо, на инвентарь, да? На ружье. На автомат, кстати, который было бы неплохо найти какой-нибудь рыженький. Бывают тут рыженькие автоматы? Я даже в продаже их не видел, если серьезно. Или не обращал внимания? Не видел.
Вроде бы. Вот рыжее ружье я видел. Но покупать его пока не хочу, потому что это будет имба. Я не буду использовать сложности, когда я буду валить пацанов, которые запланированы. Даже в голову убиваться только с третьей пули, если я их буду валить сразу. Это будет не то. Но все-таки. Что же? Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И обязательно ставьте дизлайк, если оно вам не понравилось. И поступайте так со всеми видео, которые вы смотрите на YouTube. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. Ссылки есть в описании. И ба-бай!